Я вырос вместе с Браном. В личном и в профессиональном плане. Это сыграло большую роль в моей жизни, и жаль, что больше не доведется быть Браном. Это был мой первый актерский опыт. Мы снимали в очень красивом лесу в Северной Ирландии, и, кажется, это был самый дождливый день в моей жизни. Я был с мамой, и в конце дня я сказал: «Боже мой, я, наверное, так не смогу». Сплошной дождь и стресс. Хочешь подержать? К счастью, потом дождя уже не было. И вообще оказалось классно, я полюбил съемки. Я всегда работал в небольших командах, но это были самые лучшие люди на свете. На съемках у меня появились друзья на всю жизнь. Элли, игравшая Миру. Мила. Кристиан Нейрн, игравший Ходора. Мы с ним лучшие друзья. И мне очень-очень нравилось работать с Джоном Брэдли. Тебе было видение? Очень смешно было играть с ним ту сцену в 7-м сезоне. Мы хохотали. Ходор? Я не мог поверить в то, что случилось с Ходором. Затвори ход! Ход затвори! Ход затвори! Ход затвори! Ход затвори! Просто... Да как это вообще? Затвори ход! Получается, он всю жизнь посвятил тому, кто его, в общем-то, подставил. Ход затвори! Ход затвори! Ход затвор! Ход затвор! Ходор! Ходор! Стоп, снято! Молодцы! Теперь ближе! Думаю, Бран – один из немногих героев, чья судьба была предопределена. Вряд ли хоть один совет может что-то для него изменить. Вы, наконец, показали мне что-то важное. И сразу меня забрали. На дне морском красиво. Но если остаться там надолго, утонешь. Я не тонул. Я был дома. «Игра престолов» — это для меня как школа. Я так много узнал о жизни на проекте. Хоть это глупо звучит, но когда с 10 лет все время проводишь со взрослыми и работаешь на профессиональных съемках, учишь реплики, думаешь над образом. А еще я многое узнал про себя. Я Айзек Хемстед Райт, я играю Брана Старка. Как бы ты описал Брана? Ну, в целом, живет он неплохо, он любит лазать, он сын лорда, но потом все это рушится. Он срывается вниз, падает с высокой башни, и у него отказывают ноги. Он мечтал стать рыцарем, и эта мечта разбилась, он им уже не станет. Очень жаль, что нужно поставить точку в этой истории. Потому что мы все, я думаю, стали ее частью и хотим, чтобы она никогда не заканчивалась. Но это случится, и это будет здорово. «Игра престолов». Финальный сезон. Только в Амедиатеке.